Большая Балашиха Лайф. Новости. Улучшение качества работы Почты России и реализация молодежной политики в Балашихе. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на оперативном совещании под председательством главы города Евгения Жиркова. Начинается активная подготовка к новогодним праздникам. О планируемых мероприятиях по обеспечению безопасности в новогодний период сообщил начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Балашиха Сергей Королев. С этой недели поступило, во-первых, распоряжение вице-премьера о проведении проверки объектов, задействованных в новогодних и рождественских мероприятиях. Также будут проведены в рамках этих же проверок будут проведены места продажи, хранения и реализации пиротехнических изделий. В учреждении здравоохранения продолжается внедрение электронных амбулаторных карт в женских консультациях и детских поликлиниках. Также ведется работа с участковыми педиатрами и терапевтами. Проведено разукрупнение педиатрических и терапевтических участков в соответствии с нормативом, в связи с чем направлено письмо в Минздрав Московской области по введению дополнительных ставок участковых педиатров, участковых терапевтов. Начальник управления по образованию Александра Зубова рассказала об итогах муниципального конкурса для молодых педагогов «Педагогический дебют 2015». Победителем признан учитель истории и обществознания школы номер 3 Балашиха Барамидзе Амиран Амиранович, который будет представлять наш город на региональном конкурсе в декабре 2015 года. О работе Почты России на территории Балашихи и развитии сети отделений почтовой связи отчитался начальник балашихинского почтамта Надежда Андреева. Она рассказала о таких нововведениях, как открытие отделений нового формата, расположенных в торговых центрах, а также о новых возможностях и услугах. Например, чтобы ускорить срок получения посылок и сократить время их поиска, было внедрено адресное хранение почтовых отправлений. При обработке почтовых отправлений им присваивается не только входящий номер, но и номер стеллажа, номер полки, и это позволяет значительно сократить время поиска посылки или письма. На территории Балашихи продолжается активная работа с подростками и молодежью. Начальник управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Андрей Никитин в завершении совещания представил доклад о реализации молодежной политики в городском округе Балашиха. В городском округе Балашиха проживает более 70 тысяч молодых людей, обладающих богатым потенциалом, который необходимо направить на благо развития нашего городского округа. Мы стараемся идти в ногу со временем, помогать молодежи достигать в достижении поставленных целей. Екатерина Беликова, Александр Спицын. Большая Балашиха. Большая Балашиха Лайф. Новости.